Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком идет строительство дошкольных учреждений в Щелковском районе. Так, в детском саду в Первом Советском переулке строители приступили к монтажу оконных блоков, а параллельно ведут благоустройство территории. На площадке работают 69 человек, работы ведутся в две смены. В ходе выездного совещания руководитель районной администрации строителям был дан ряд указаний. Закрыть контур в этом году и выйти с 3 числа на отделку. Когда планируете сдать объект? Полностью? Да. Февраль-март. Два дошкольных учреждения сейчас возводятся и в Медвежьеозерском поселении. В детском саду на улице Юбилейной до конца года строители планируют доделать кровельные работы, завершить благоустройство и пустить отопление. Чтобы успеть к Новому году, работа на площадке проводится в 3 смены. А в новом городке ведется установка окон. Задача – как можно скорее закрыть тепловой контур. Контроль за возведением столь важных объектов будет продолжен и в новогодние праздники, заверил Алексей Валов. По садику вы видите, у нас как бы настрой решительный. По медвежкам в любом случае мы должны его форсировать к Новому году и сдать под отделку. Он, в принципе, так и подходит под отделку. Эти два садика тепловой контур закроет. То есть в любом случае будем заставлять побыстрее строить. В завершении выездного совещания на стройплощадку ЖК «Трубино» в поселок Литвиново. Жилой комплекс на 1400 квартир с детским садом возводит компания «Полярная звезда». Приезжаем сюда и смотрим темпы строительства. Для того, чтобы понять, будет построен такой объект, где будет стоимость квартиры вот продекларированных как бы в буклетах. Недоволен, рабочих мало. Уверен, что у них все изменится. После третьего они как раз нас приглашают сюда посмотреть еще раз. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Необыкновенная.